Министр МЧС Дагестана проверил готовность пожарно-спасательных подразделений Дербента. В ходе рабочей поездки Нариман Казимагомедов встретился с главой города Хизрия Бакаровым. Были обсуждены вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Казимагомедов выразил надежду на совместную плодотворную работу и поддержку со стороны городских властей. Последний пожар, который был на Думе, показал, что подъездные пути, значит, дальше вопрос касается водоснабжения, гидранты вообще в городе очень ужасном состоянии. И было поручение Артема Алексеевича вопрос разобраться вместе с вами, так и доложить ему, значит, на какой стадии, как мы дальше будем выходить из положения и решать вопрос.